Всем привет, друзья! Вы на канале Блок Владивосток. Я нахожусь на 20-м этаже Орлиной Сопки. И наблюдаю за Владивостоком, наблюдаю за стройкой, которая происходит вот тут, вот театрального комплекса. Мы видим, кстати говоря, что крановой забирается в свою будку, вот по пути наверх, он потихонечку вскарабкивается на рабочее место. Видим, что вот в этом месте отсыпают землю, ну временно, я так понимаю, потом ее вывезут. Здесь построят огромный дом, типа гостиницы, я так понимаю, на этом пустыре. Там дальше видно стоят бараки, на которых живут строители китайцы, А, Б, С и так далее. Там работники этой стройки проживают сразу недалеко. О, самолетик летит. Прямо над городом разлетались. Виды, конечно, классные. С высоты птичьего полета наблюдать за Владивостоком, за процессом строительства. Что-то есть завораживающее в мегастройках. Кстати, мы видим, что вот здесь стоял дом, барак, его снесли, на его месте сейчас сделали проходную. Также здесь стояли маленькие какие-то гаражи, их посносили и готовят коммуникации. Я так понимаю, это электрообеспечение будет и связь. Вон, вырыли целый канал вот до сюда. И прямо под нами, вот здесь, еще один барак. Приступили к сносу его. Соответственно, все вот эти здания трехэтажные, старинные, так сказать, сталинки, снесут и на их месте построят. Здесь, наверное, парковка будет или что. В общем, вот таким образом строится мегастройка в Владивостоке театрального комплекса. Исторические кадры, можно сказать. Скоро здесь появится здание. И мы не знаем, как это строилось. Но благодаря этим кадрам каждый может, так сказать, представить или увидеть воочию процесс строительства. Кстати говоря, пока мы тут разговариваем, наш крановой поднялся уже практически до самого верха. Он стоит, курит или отдыхает. Я заметил, что он такими перебежками подымался, чуть-чуть поднялся, даже на 5 постоял, еще и 6, даже на 5 постоял. И вот сейчас будет располагаться в кабине крана. Жалко, отсюда плохо видно. Я, может быть, завтра полетаю здесь на дроне. Видео также выложу, смонтирую, выложу на канал. На канал называется Блок Владивосток. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки. Комментируйте, и, как говорится, вам не сложно, а мне приятно. Интересные места города Владивостока, достопримечательности Приморского края я снимаю, выкладываю на свой канал в качестве хобби. Делюсь с вами своими впечатлениями о развитии города, о путешествиях, о различных событиях, которые связаны с городом Владивостоком и Приморским краем. Ну и также часть личный опыт и личные какие-то события, которыми я могу поделиться с вами. Вы можете увидеть у меня на канале. Кстати, наверное, тут ночью красиво. Вон там парковку строят. Все строят, строят, никак не могут построить. Точнее, ввести в эксплуатацию уже. Около года она стоит, может быть, полутора лет в таком виде. В эксплуатацию не может никак войти. Спасибо вам, друзья, за внимание. Благодарю за просмотр и увидимся в новых видео. Всем пока-пока.